честно говоря, только в НХЛ такое видел, чтобы ну, на товарищеские игры приходилось столько народу. В общем, дело очень приятно. Я думаю, что хозяи больше приготовились на этот матч. Очень серьезно, что меньше работали, потому что еще у нас рамы для тренировки были перед матчем. Выглядели свежие, лучше катали, лучше комбинации были. Поэтому первый матч я доволен, что мы в конце добавили, что ребята хотели победить, что хотели сделать сами лучшие результаты. Проигрывать, конечно, никто не собирался просто так, да, играли как могли, я думаю, на своем. Кто как-то старался, наверное, так получалось, в принципе. Но опять же, тут такая двойная задача, как бы проверить, насколько мы готовы сейчас и физически, и, как бы, и тактически тоже. Но только первая игра, я думаю, следующая будет намного лучше.